Його відновлять вже зовсім скоро. Принаймні, для цього докладуть максимум своїх сил міські шляховики, щоб не приносити незручності пішоходам. Слобідський район. Тут, по проспекту Героїв Сталінграду, масштабний ремонт тротуарів, якого тут не було давно. Протяженность данного участка порядка 800 метров. Уже готово, сделано порядка 2000 метров асфальтобетона. Тротуар был здесь в ужасном состоянии, так сказать, одно направление. Поэтому было принято решение полностью его отремонтировать. Также надо еще сделать порядка 1000 квадратных метров асфальтобетона. На данном объекте был произведен демонтаж старого основания со старым асфальтобетоном. Выровнена вертикалка, сделана, так сказать, грунтовая часть. Потом были отсыпаны слоя щебня. Как вы сейчас видите, потом будет слой из отсева. И также устанавливается тротуарный бордюрный камень. Протяженность по двум сторонам более 1600 метров. Также по окончанию работ на данном объекте будет приведена в порядок зеленая зона. Помимо данного адреса, также проводятся работы на улице Одесской. Там протяженность более 650 метров погонных квадратов. Будет там заасфальтировано около 1500. Также улица Тобольская. На данный момент в работе там протяженность тротуара около 500 метров. Где-то 1000 квадратных метров асфальтобетона будет. И также проводятся работы на улице Полтавский шлях. От улицы Рылеева до улицы Петра Балбачина. Там по обеим сторонам тротуара порядка 2 километров. И заасфальтировано будет около 6000 квадратных метров асфальтобетона. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Новини Харків.